Сегодня первый день, когда лето приходит на нашу землю, когда становится время для того, чтобы посевать, для того, чтобы ждать урожая. Это время будет теплым, хорошим. Мы сможем добиться своих целей, и мы сможем прийти к тому, чему готовились. Вчера мы отпустили темные силы, которые помогали нам в течение темного времени, которые ушли теперь от нас и не увидят нас до того, как мы не сделаем все дела, которые отвели на теплое время. Сейчас я внесу тело Бальдра, давайте вместе оживим его.
Бальдер. Первая из сыновей, вот она. Первая из тех, кто родился, вот она, Ифрит. Он прекраснейший из асов, несет плодородие и красоту. Сегодня мы воздвигаем его шест, чтобы он все лето дарил нам ресурс, дарил нам силы, дарил нам то, что мы желаем получить от своих даров, от своих трудов. Те дары, которые мы хотим получить за то, что делаем. Этот шест Бальдера будет храниться у нас до конца лета, пока мы не получим все, что пожелаем сегодня. Здесь семена. Много семян, замоченных в воде, которые дадут рост. Сейчас мои ученики, стоящие мужчина и женщина, каждый получит горсточку семян и раздаст его каждому из вас, здесь присутствующих. Возьмите эти семена с собой и посадите там, где посчитаете правильным. Можете в этих местах, в лесу, можете там, где вам больше хочется. Там, где вы сможете увидеть плоды, результат своих действий. Возьмите семена и посадите, и прорастите их. И пусть вместе с этим ростом увеличится то, что вы хотите получить от мира. Получили свои семена? Да. Прекрасно. Храните их недолго и сажайте быстро. Они уже размочены, и они дадут плоды очень скоро. Также в завершении нашего ритуала я хочу восславить Фрейра и Фрейю. Это ванны плодородия, те, которые дают нам жизнь, дают возможность нашим посевам зреть и поспевать. Yeah.
Произнесите со мной имя того, кто хозяин лесов и полей, кто хозяин всходов и посевов, кто хозяин нашего урожая, кто против войны и за мир, кто за добро, за любовь. Это Фрейр. Это светлейший из ванов. Тот, кто дает силу, кто дает плодородие. Вместе со мной. Фрейр. Завершим этот ритуал посвящением Фрейру. Этот напиток сделан из зерна, который сейчас у каждого из вас. Из пшеницы. Сделайте совсем маленький глоток. Подумайте о хозяине, который дает нам добро, который дает нам силу. Кругу прикоснулся мощи Фрейра к тому, что дает уважение к его трудам, уважение к его плодам, уважение к тому, что делает он уже тысячи лет, давая нашему народу и силу, и благоденствие, и богатство. Фрейр – это тот, кто даст вам и богатство, и силу, если вы будете достаточно упорны в своих начинаниях, если вы будете начинать, продолжать и заканчивать. Да будет так. Скаль! Каждый, кто желает получить благословение богов, пусть встанет прямо, посмотрит в небо, поднимет руки вверх, попросит наполнить себя энергией. Сейчас боги благоволят нам и духи с нами. Духи этого места хорошо приняли нас. Поблагодарите их. Благодарите богов за то, что ведут вас верно, за то, что ваш верт, ваша судьба находится в ваших руках. Вы можете менять ее настолько, насколько вы сильны. Просите богов дать вам силу. Не столько богатство, сколько силу. И пусть Фрейр дает вас плодородные семена, но пусть все Отец ведет нас путем силы, путем победы, путем славы. Да будет так! Скаль! Скаль! На этом завершаем ритуал в серебряной традиции. Спасибо всем.